пригласила, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие. К нам едет ревизор? Нет. А кто? А кто тогда к нам едет? Надолго? Цель визита? Да отстань ты уже, Максимов. Никто к нам не едет. У нас возникла проблема. Не просто проблема, а проблема планетарного масштаба. Космического! Пропал диск с нашим выпускным фильмом. И это когда до выпускного осталось несколько дней. Я даже подозреваю, чьих рук это дело. Не иначе конкуренты из 4-го Б. Они просто спят и видят, что их фильм окажется лучше. Мой источник донесла мне. То есть донес, что это была тщательно спланированная операция. Какой кошмар! Ужас! Эти бэшки у меня еще попляшут. Что мы скажем Ольге Владимировне? Мы должны во что бы то ни стало вернуть диск. Попрошу не перебивать! Так вот, я думаю, диск нам уже не вернуть. Скорее всего, он уничтожен. Но мы можем восстановить его по-другому. Для этого придется совершить небольшое путешествие во времени. Мы отправимся в прошлое. Все согласны? Да! А что мы скажем родителям? Меня мама заругает, если узнает то, что я так далеко отлучалась. Родители не узнают. Точнее, даже не заметят нашего отсутствия. Для нас реальных путешествие во времени займет не больше минуты. Я все проверил! Ольга Владимировна тоже ничего не должна узнать. Представьте, что она о нас подумает. Вроде уже взрослые, а фильм не смогли сберечь. Сразу предупреждаю, что будет трудно, даже опасно. Но мы справимся. К завтрашнему дню мы должны создать машину времени. Эту сложнейшую миссию я возлагаю на Сашу, Диму и Раджаба. Не подведите, братцы, на вас вся надежда. Заходит в новый дом, где в большой столовой... Здравствуйте, ваше имя узнали. Извините. Опять опаздываете. Садитесь. 30 кружек с молоком для него готовы. Поиграл он 5 минут в куклы и лошадки, а потом его кладут в белые кроватки. Сад ложится спать. После завтрака в кровать. А где все? Thank you.
Thank you.
Я здесь. Я тут. Все. О. Ух ты, а что это? Странно. Как этот диск мог быть в меню? Итак, смысл меню. Шутом, нищим или королем стать поможет, например, театральный костюмер. Он по сцене ходит, скачет, то смеется он, то плачет. Хоть кого изобразит, мастерство всех поразит. И сложился с давних пор вид профессии актер. Закутанный в одеялко. А жили вот семья Рубцовых в этом доме. У них была трехкомнатная квартира на втором этаже. И когда родители несли его на второй этаж, вот свою квартиру, все соседи вышли посмотреть на Коленьку. И Галя, и все соседи особенно запомнили его глаза. Говорит, глаза вот на лице горели, как звездочки, были очень красивые. Да, карие глаза. Так вот, квартирка была маленькая, спать было негде, так сестра Галя оставила ему раскладушку вдоль подоконника, на которой он и спал. Thank you.
гастроли, цветы, поклонники. Да, девочки, счастливая. Вот-вот, еще немного, и ты совсем зазнаешься, задерешь свой нос и забудешь лучших подруг. Да с чего это ты, Ксюша, взяла? Почему я зазнаю? Зазнаешься, зазнаешься, мы тебя знаем. Девочки, да ни за что на свете. Я очень люблю танцы, но и вас я очень люблю. А хотите, я ради вас все брошу. Ты что, сумасшедшая? А вот возьму и брошу. Сашечка, Минька, пожалуйста, не надо. Сказала брошу, значит брошу. Княжескую Гридницу. Мне во втором классе понравилось то, что мы учили умножение. И Новый год. Во втором классе мне запомнилось очень, как мы ходили на улицу на физкультуру. Мне запомнилось во втором классе, как у нас были контрольные. Как решать задачи правильно. Мне понравилось экскурсии. Мне понравилось во втором классе ездить в поездку Ботова. Там была Баба Яга. И вот зимой мы ездили в Сизьму. Когда 1 апреля было, Ольга Владимировна сказала, что мы будем учиться, кажется, в субботу, да? И она пошутила. Классно, было жутко. Да. Это точно. Мне трудно выбрать какой-то один день, самый, может быть, яркий, запоминающийся, потому что наша школьная жизнь, особенно вот с такими детьми, она очень веселая, интересная. И каждый день он новый, он неповторимый. И каждый урок он незабываемый. Поэтому трудно выделить какой-то один день. Два. Теперь мы доводим себя до ноги. Три. Чек. Четыре. Дальше. И два. Три. Четыре. И два. Три. Четыре. И осенний сильнее. Три. Спина. А вас на что не смущает? А? Нет, вроде. Я же сказала, основной шаг танцуем. Продолжаем. И два, три, четыре. Два, три, четыре. А теперь сами. Четыре. Пробуем. Два, три, четыре.
Ты слышал, Белякова собирается танцы бросить? Нет, не слышал. Серьезно? Да врет она все. Каждый год собирается. Давай поспорим на твой плеер. Давай поспорим на твои наушники. Все равно ты проиграешь. Ой, смотри, это какое-то послание. Письмо написано. Наверное, мальчиком. Наверное. Мальчики, это, наверное, вам. Письмо само никуда не пойдет, но в ящик его отпусти, оно пробежит, пролетит, проплывет тысячи верст пути. Здравствуйте! 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 Нас пригласили к вам в ваш класс для того, чтобы провести праздник в Масленицу. Стоят они в четыре ряда, кипит во мне азарт и страсть. Из треугольного отряда все 10 штук должны упасть. А, это же боулинг! Добрый день! Сегодня мы собрались в актовом зале на конкурс военной песни. Конкурс песни Великого Подвига. На сцену приглашается 3-й В-класс. С песней «Смуглянка». Thank you.
Поттер, Гравити Фолз, Часодеи. Посмотри, смешные рассказы о школе. Какой-то диск. Под шатром широким кругом мчатся кони друг за другом. Стройные, точеные, сбруи золоченые. Кажется, я знаю, куда нам надо идти. Смотри, еще один. Начала читать Робинзона Крузо. Подумать только, человек столько лет прожил на острове и даже не догадался по мобильному позвонить. Ты что, с ума сошла? Ты знаешь, какой с острова тариф? А я вчера пазл собрала. 5 месяцев старалась. Это ты еще быстро управилась? Какое быстро? Написано же от 3 до 6. Ах, маникюр, педикюр, макияж. А в детстве, чтобы стать красивой, достаточно было прицепить на голову бант. Yeah!
Лёш, научи плохому, научи. Что? Лёш, научи плохому, ты же можешь. Что? Старик, научи плохому, научи. Да иди лучше гуляй. Если научишь плохому, я для тебя все что угодно сделаю. Будь другом, научи. Да отстань ты! Старик, научи плохому, научи плохому. Стой, подожди, я тебя сейчас лапу держу. Руки не меняются. Ты видела, как сегодня Арсений надушился? Да. А как Артём какую рубашку одел? Ужасно. Ну да, розовую. Да, малиновую. Все говорили белую, а он розовую одел. Все белые сразу. А я как ходила, так и оделась. Я тоже, только в бантике одела. Ну да. Не волчатся. Вот здесь. Новая прическа беда. Значит, самое главное, когда вы решите уже, да, ведете по шаблону, когда вы оба цветочка уже вырезали, значит, вы должны будете на большой цветочек наложить маленький, но так, чтобы лепесточки не совпадали. Видите, он становится такой более объемный, да, красивый цветочек. Значит, наносите клей и приклеиваете за серединку, прижимаете пальчиками вот так плотно, чтобы приклеилось, да, и обязательно не забудьте свой цветочек с другой стороны подписать. Так, у кого вопросы есть? Нет. Тогда можно приступать к работе.
Домашнее задание – научиться дома вырезать лепестки и принести их из зеленой бумаги. Алиса, тебе задание всех научить. Сад заходит в новый дом, где в большой столовой 30 кружек. Кружек с молоком для него готовы. Поиграл он 5 минут с куклой и лошадкой, а потом его кладут в белые кровати. Разве сад ложится спать после завтрака кровати? Выпускники, уважаемые родители и педагоги, позвольте начать наш праздник. Ура! Вы помните? Вы все, конечно, помните, как мамы вас за ручку привели. Взволнованно назвали словом «школьники». И вы навстречу знаниям пошли. Вы в 5-й класс идете. Вы большие, красивые, высокие, крутые и мудрые, и грамотные тоже. И никого на свете нет дороже. Пускай легко учеба вам дается, и мир большой с улыбкой распахнется. И улыбается вам солнышко с небес, и будет много изумительных чудес. Здесь главное начать, хоть что-то отмечать. Четыре года назад, 1 сентября 2013 года, для вас звучал первый звонок. Сегодня же прозвучит звонок последний. Последний звонок начальной школы. И пусть, как и 4 года назад, его подаст ученица 4 А класса Березовская Полина. Большие горы.